где этой страшной попсы. Это вот, кстати, такая штучка. Что-то мне с попсы как-то так. Думаю, надо рок попеть. Такой советский, такой хороший. В общем, 100 лет не пела, не знаю, как я пою. Хочу послушать, как я пою. Такая старая песня, классная. Про меня. Я очнулся рано утром. Я увидел небо в открытую дверь. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить. Я буду жить еще один день. Я не смертельно болен, но я в лазарете стерильный и белый. И не выйду отсюда, пока не придет. Не выйду отсюда, пока не придет доктор твоего тела. Доктор твоего тела. Доктор твоего тела. Доктор твоего тела. Я не буду лгать врачу. Это было и раньше, мой приступ не нов. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, мы будем жить. Мы должны быть внимательны в выборе слов. Оставь безнадежных больных. Ты не вылечишь мир, и в этом все дело. Пусть спасет лишь того, кого можно спасти. Пусть спасет лишь того, кого можно спасти. Доктор твоего тела. Доктор твоего тела. Доктор твоего тела. Доктор твоего тела. Я очнулся рано утром. Я увидел небо в открытую дверь. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить. Я буду жить еще один день. И будет еще одна пьяная ночь, как пыльная моль на подушку присела. И не был я болен, и не был врачом, и не был.